Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан, и сегодня мы продолжаем очень страшные приключения. В прошлой серии мы остановились на том, как я встретил Шахиду, это сестра ведьмы, но в роли ее, конечно же, играл кое-кто, кого вы уже знаете, и поэтому это даже как бы был сон. Но то, что произошло, там осталось, там в лесу до сих пор круг дьявола, мне туда страшно ходить. Ну так вот, в этой серии, что же мы займемся, чем же займемся в этой серии, мы пойдем обратно в ту хижину. Вы очень много раз писали, и много кто просил, и лайков-то серия прям очень много набрала. Прям всем стало интересно, что это за хижина, что внутри ней. Мне самому, если честно, стало интересно. Я только что открыл форум, только что, то есть вообще с ним какой-то глюк. Он то открывается, то не открывается. Иногда вот позавчера я заходил, там он вообще не загружался, как будто сайта не было. Сейчас я заходил, он загрузился. И такие вот баги всегда, поэтому я так редко про хижину ведьмы видео снимаю. Мне же нужно информацию откуда взять. И, в общем-то, что я нашел? Я нашел на форуме, что еще около этой хижины есть подвал ведьмы какой-то. И мы сейчас туда отправимся искать этот подвал. Это первое особенное видео, потому что у нас 100 тысяч подписчиков на канале. Это очень круто. И в честь этого мы сейчас пойдем искать хижину. Ну, хотя что искать? Мы, в принципе, знаем. О, тут до сих пор байк Шахидки остался. Может, на нем прокатиться? Тут написано It's locked, потому что это не ваша машина, не ваше транспортное средство. Извините вот за такие шмыгания, потому что кажется, что у меня сопли. Так, ладно, мы идем сейчас в хижину обратно. Ой-ой-ой. А, блин, а где у меня, кстати, мой меч? И где моя метла? Я хотела вообще на метле сейчас съездить. Ой-ой-ой, меня сейчас убьют. Нет, не надо только меня убивать. Моя метла исчезла, Шахидка украла свою метлу обратно, так нечестно. Ну, хотя, в принципе, так, наоборот, честнее, потому что Шахидкина метла, это ее метла, я не могу использовать вот так вот. Ну, сейчас мы идем. Ой, господи Иисусе! Что это нафиг был? А, точно, это же это там херабрина. Он до сих пор тут стоит и нифига не работает, какого-то фига. Ну, ладно. Так, а факела, у меня есть факела? Так, у меня есть один факел, да, вот его мы возьмем, потому что плохо видно. Итак, нам нужно найти блок гравия, как тогда. Но это мы сейчас быстренько найдем. Так, пошел вон зомби, у меня меча нет, значит, топор. Ты что, думал, что мне это остановит? То, что у меня нет меча. Так, где-то... Кто это там? А, это овца меня напугала. Так, где-то тут должен быть гравий, да? Эй, так. Ну, вроде... Стоп! Я помню, что он тут был, серьезно. Может, я его сломал? Наверное, сломал, не заметил. Так, ну ладно, идемте дальше. Я, в принципе, помню путь, так что можно даже по гравиям не следовать, но... Стоп. Я что-то не понимаю, не догоняю. Я слепой или я вообще не вижу гравиев? Эй, кто... А, меня эта трава бьет. Ой, она меня сейчас нафиг убьет. Я пошел вон, паучера. Блин, меня сейчас убьют. О, нет, не убьют. Пошел вон, паучера. Слушайте, я реально не вижу гравия. Где он? Блин, я походу... Стоп. Он не мог же просто так исчезнуть. Я вот его серьезно не вижу нигде абсолютно. Так, меня главное зомби не убил. Я помню, что вот тут он тоже где-то был. Тут еще и в песок не мог попасть. Вот. Сейчас же я могу в этот песок спокойно попасть. У меня это не тот песок, где... Итак, и снова здесь у меня какой-то фиг опять вылетел Майнкрафт. Это очень странно. В принципе, как только мы нашли ведьму, это стало не так уж и удивительно, потому что он мне как раз с этого момента и стал вылетать. Я снова сюда пришел, и сейчас нам нужно найти опять ту пещеру, которая где-то здесь поблизости находится. Я помню, вот песок. Вообще такое ощущение, что место полностью... А, нет, у меня просто не прогружается. Стоп, я помню, что где-то здесь пещера была. Вот прям здесь где-то была. Вот на этом месте, серьезно, я помню это. Да, я помню. Вот эту всю местность я помню. Там еще где-то как раз таки те холмы. Стоп. Эй, мне не нравится эта фигня. Какого фига? Что-то странный какой-то ручей, кстати. Странно. Реально, вот такой генерации, по-моему, не было. Никогда. И реально не... Может, это биом сопленти так шалит? Что это? О нет! Итак, вот это мне вообще не нравится. После того, как я свалился в тот туннель по ручью, я провалился куда-то вниз, куда-то вообще в самую пропасть, и мне вылетел Майнкрафт. Опять! Что за фигня, не понимаю. Благо, все записалось, это хорошо. И как только я зашел опять в этот мир, я появился здесь!
то есть на тех холмах, на которых где-то поблизости стоит хижина ведьмы. Какого фига? Я это не понимаю. Как так? То есть, вон, это, походу, тот, да, холм? Тут до сих пор эта полоса рогатого охотника. Где он? Только вот так непонятно. Блин, ну ладно, я, конечно, вообще не понимаю, что происходит, но я попробую забраться. Я взял пару еды, кстати, когда еще первый раз вылетала игра, так что не надо спрашивать, откуда мне еда. Я ее взял, так что можете перемотать, посмотреть. Да. Итак, сейчас мы заберемся опять на в эту хижину, и мне еще страшнее, чем было тогда, потому что сейчас какая-то как будто аномалия происходит. Дождь идет, гроза, все дела. Прям как в типичном фильме ужасов. Там что, хижине? А, нет, есть. Показалось, что и она исчезла, как тот гравий. Вообще странная вещь этот мод. Очень странная. Так, не знаю, хватит ли у меня булыжником. По идее, должно хватить. Сейчас мы это все проверим. Забираемся, сделаем мостик. Спешл мостик в брай. Так, вот нужно прыгнуть туда, я не знаю, достану. Достану! Есть! Достал. Ладно, давайте заберемся опять в это ужасное место. О, тут крипер. Я думал, тут вообще никогда живой души не будет. Ой, откуда свет? Я как будто свет вижу, слушайте. Или это просто блоки арки, или это просто у меня паранойя, не знаю, в общем. Так, вот эта хижина, вот блок тут валяется какой-то. Так, там опять этот подвал, но как-то не особо хочу. А, да, кстати, я же на форуме прочитал, что тут есть проклятый подвал. Ой, проклятый, просто подвал. Где-то за хижиной. Я попробую сейчас скопать, правда, у меня нет лопаты. Но я не знаю, киркой скопаю, точно, у меня же есть кирка. Кирка. Где-то под хижиной он даже, можно сказать. Не знаю, как там сказали. Сейчас будем проверять это. Но мне так кажется, это неправда, потому что... Потому что там много кто пишет и фейково... Ой, инфу. Это что такое? Это что такое нафиг? Что это за люк? Так. Тихо. Первый, второй. Что такое? Что? Мне вот это вообще не нравится. Что это? Я туда хочу прыгнуть, и одновременно не хочу. Блин. Что делать? Надо помолиться Богу ночью. О, да, как раз вот такой свет наверху. Господи. Ладно. Я прыгаю туда. Я-ху! Ой, что? Что? Что происходит? Что такое? Откуда тут лед появился? Там статуя какая-то была, черт возьми. Господи, наверное, громко слишком звуки идут, а если что, убавлю. Что это за подстава? Блин, как мне отсюда выбраться? Тут вода. О, давай. Все. Так. О, где я нафиг? Ой, что это такое? Что это за две статуи? Надеюсь, они не оживят и меня не убьют. Тут какие-то свечи. А, это свечи, которые у меня на алтаре стоят. Такие же есть. Рогатоходник. Это рогатоходник. Ой, кто меня бьет? Кто меня бил сейчас? Блин. Это капец какой-то. Так, ой. Я думала, эти светильники можно отключать, но нет. Ладно. Блин, нужно покушать. Тупая вода, нужно ее закрыть. Нет, не хочу сюда приближаться, к этим статуям. Закройся, вода. Все. Теперь можно спокойно. Тут ходить. Нет! Отстанет меня вода, не надо мне никуда течь. Да. Так, все тут надо закрыть. Блин, я сейчас тоже буду запинаться, потому что это ужас. Это просто необъяснимо. Я думал, все это фейк. Абсолютно все, но нет. Это капец. Ладно. Что это за нафиг фигня? Это похоже на то, что делала Шахида в прошлой серии, только там красные такие штуки были. Ну-ка, это можно сломать. Что это будет? Ничего, да? Это как редстоун. Что это? А, это вообще что такое? Чё это летает? Окей. И что это? О, сундук! Сундук, я вижу сундук за этой штукой. Только не открывается, нужно сломать. У меня что-то предчувствие. Что сейчас будет что-то плохое? Что там? Ритуальный мел. И все. Сколько тут их? Тут их 19 штук. Я думал, какие-нибудь драгоценности будет. Все-таки подвал ведьмы нафиг. Так, но... Что-то как-то... Не знаю, куда идти. Тут, в принципе, ничего такого интересного больше нет. Можно сломать и это. Это все ограбить тут.
Надеюсь, мне за это ничего не будет. Эта голова вообще ломается? Слушайте, эта голова не ломается! Серьезно, ее ломаю, она не ломается. Киркой тоже не ломается. Что за подстава? Дождь с факелом? Ой, нет. Факел, отстань. Иди сюда. Я тебя буду с собой носить, мало ли что случится. Так, нормальная сложность, но... Я, в принципе, не знаю, что тут может быть. Итак, как вы видите, я только что зашел в этот мир, потому что... Что это за фигня? Стоп, вы только что видели? На Damage-индикаторе, вы только что, что-то было. Ну, окей, допустим, что я этого не видел. В общем, я только что зашел в этот мир, потому что я... Опять! Меня же достали эти вылеты. Я как сквозь эти статуи пришел, у меня вылетел Майнкрафт. Но я кое-что заметил. Я заметил то, что там было в чате написано «ю», и что-то какое-то слово я не успел прочитать. «Ю» и что-то там. Просто кто-то как будто написал. Но у меня... Я вот так, «таб» сейчас нажимаю. Там мне не высвечивается все, потому что у меня нет никого в сети. Вот даже открою для сети, то есть у меня функция «открыть для сети» только сейчас доступна. Никто ко мне не может подключиться, вот только сейчас может. Но об этом в чате сообщат. Потому что некоторые просто писали, что, типа, к тебе кто-то подключился, все это делает, но нет. Ой, что это? Почему зеленое все? Эй, что происходит нафиг? Почему там все зеленое? Ой, это что такое нафиг? Какого фига? Пошли вон отсюда от меня, тупые деревья! Что вы тут делаете нафиг? Ой, господи, господи. Что? Что с моим домом? Какого фига он в воде? О, фак! О, господи, мне это вообще не нравится. Какого фига небо такое странное? Блин! Может, я что-то сделал нехорошее так к этим деревьям даже приближаться не буду. Почему я вздыхаю? Почему я вздыхаю? Так, ем картошку. Чё за энты? Откуда они взялись? Откуда у меня трава здесь вообще выросла? Они могли здесь вырасти просто так. Окей, у меня нет стрел. У меня нет ничего такого. У меня есть только канделябр, что типа того, и факел. Так, тихо, я спущусь. Я просто спущусь. Вы на меня не смотрите. Я просто хочу... Да блин, тут вода мешает. Поставлю вот так. Блин, это ничего не дало. Ну ладно. Поставлю вот так. Ой, ладно, окей, так и так. Все. И нафиг запрусь тут, чтобы ко мне никто не заходил. Так, где дверь-то? А, вот. Шабашная ведьма! Ой, ничего не вижу, господи. Эй, закрывайтесь. Что за подстава? Это кто такая? Это что такое? Это от нее идет? О, господи. О, господи. И что? Дождь прошел? Так тихо стало. Мне это не нравится. Обычно в фильмах ужасов, когда так тихо становится, то что-то происходит. Что это такое-то? Я не пойму, а? Эй, куда ты уперлась, ведьма? Так. Так. Я потихонечку... Помаленечку. Стоп, я лучше сначала поем, что ли, курицы отравлюсь. Ты не подходи ко мне. Так, здесь не отравлюсь. О, да, я не отравился, повезло. Ладно. Почему у меня в этот момент нету меча? Почему я сломался? Что с этой ведьмой можно делать? Это та ведьма? Ой! Она вещит! Ты меня не интересуешь. Ты ничего не знаешь про наше искусство. Идея. Ты достала! Зачем ты тратишь мое время? А если я тебя так убью? О, она даже ничего не делает, слушайте. Ой, блин! Фух, я обосрался со своим зельем. Ой, отвали меня со своим зельем, тупая ведьма. Но, насколько знаю, это не та ведьма. Это, по-моему, еще очередная сестра. Но там... То есть, вчерашняя, в прошлой серующаяся сестра. Это была не сестра, это был... Мой друг Котя переодетый, типа, в сестру. Ну, а вот это... Так, дверь закрыла, поняла? Ишь, какая... Офигела, да? Ну, окей. Возьмем курочку, надеюсь, не отравимся. О, нет, мы не отравляемся, это хорошо. О, даже сейчас не отравились. Отлично. Ну и чё в итоге?
Че ты скажешь мне, дура? У него быстрота, кстати, стоит. У меня какие эффекты? У меня никаких эффектов нету. Мне на самом деле страшно выходить, а вдруг она меня искокосит. У него ХП восстановились, чё? Так, киркан носит 5, топор 5. Без разницы, чем бить. Буду бить чем. Чем надо. Так, иди сюда. Получи! И меня зелье не кидай только. Ой, кто дверь закрыл? Она сейчас дверь открылась и закрылась. Или мне показалось, нет? Отстань. Так, ладно, все, отвали. Так, ну это все, тут все привычно, тут ничего не изменилось. Так, я не умираю, к счастью. Ну это я сам сделал. Я не знаю, что тут будет, я просто это за съемки сделал давно еще. Просто все забывал вам показать. Такая вот получается ведьма. Ой, серия странная, потому что я в недоумении просто. У меня, кстати, есть этот балахон ее, так что я могу надеть и представиться, короче. Ведьмой. Так, что там написано? Как оригинально. Строгонечная шляпа улучшает ваши зелья. Это для прорицательных ведьм. Так, мне нужно покушать. А то я сейчас как выйду, так сразу умру. Это не к добру, у меня еды нет. А, есть плоть. Ой. Плоть, быстренько едим. Нам нужно что-то сделать с этой гребаной ведьмой, потому что. What? Так, что-то меня покараулили, я не пойму. Трогай меня нафиг! Она меня как будто схватила. Пошла вон, дура тупая. Вы знаете, что сделаю? От меня, дура тупая, что ты закончишь? Фух. Отвали! Медлительность! Что? Нет, не подходи ко мне! Пошла вон отсюда! Ты что, меня сюда вывела, чтобы сразиться со мной? Ты это зря! Ладно, дождь на самом деле не закончился. О, это деревня. Деревья ушли. Ура! Какую фигу мой дом затоплен? Вот тут мои штуки. Нужно войти обратно. Нужно убрать все, что было. Мою лаву. Так, я хочу убить эту ведьму. Она меня достала. Иди сюда. Паршивка. Ты сейчас огребе... Где она? Ну, вот ты где спряталась. Получи, зельями ты меня своими не... Эй, почему я убить не могу? А, могу. Получай! Я убил ее. Только знаете, что мне кажется... О, что-то выпало. Светящаяся пыль. Все, что ли? Ну, окей. Мне кажется, что это сестра ведьмы, и что теперь ведьма самая, которая главная будет и злая, она будет мне мстить, и мне будет просто крышка. И просто ужас. Она будет делать всякие мне пакости. Я не знаю, что она будет делать. Ух. Ну, вот это я не знаю, что вообще сейчас произошло. Какого фига тут все это появилось. Никого на сервере нет. Это даже не сервером было, только сейчас, когда я открыл для сети. Это очень странно. Но... Ой. А, индиан просто сел. Извините, что такая спонтанная серия. Запинался, все такое. Все это потому, что... Это просто это капец. Так, мне тут разложилось. У меня просто нет слов. Какого фига это вообще произошло? Ладно, я почитаю этот форум более внимательно. И надеюсь, найду что-то еще. Кстати, многие говорили о той стрелочке на миникарте. То есть, видите, оранжевая стрелочка из лавы. Как будто стрелочка куда-то указывает. Мне это тоже подозрительным показалось. И мы пойдем проверять это в следующей серии. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Если так, то поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. Еще раз спасибо всем за 100 тысяч зрителей, это очень круто. И да, поздравляю всех. Ну вот и все, с вами был Брайан, до скорой встречи, пока.